Здравствуйте, судари, да сударыни, Гумилев Николай Степанович. Еще не раз вы вспомните меня, и весь мой мир, волнующий и странный, нелепый мир из песен и огня, но меж других единый необманный, он мог стать и вашим тоже, и не стал. Его вам было мало или много? Должно быть плохо, и я стихи писал, и вас неправедно просил у Бога. Но каждый раз вы склонитесь без сил и скажете: я вспоминать не смею, ведь мир иной меня обворожил простой и грубой прелестью своею. Всем спасибо. 5.